Помнится, кризис начался с того, что одна контора дилерский центр строить начала. Потом денег нахапала, и в том числе у моего друга. И ничего не отдала. То, что сейчас творится на улице кризисом, наверное, только в мозгах можно назвать. Вот. Но кто-то строит. А Уралавто продает. Уралавто продает автомобиль Kia. И для этого полностью законченный со всем циклом дилерский центр на Белорецком шоссе 17. Это выезд из города в сторону, естественно, Белорецка, чего же еще. Вот. По хорошей дороге дальше дорога заканчивается. Вот, она в поселке Цементиков такая веселая. А чтобы вы дальше никуда не ехали, там, похоже, тоже война началась. То есть за хорошими машинами едем куда? Едем куда? В Уралавто. За Kia. И вот тут отдельная песня про Kia. Дело в том, что этих машин в этом центре больше, чем где-либо. И, по-моему, даже по стране. Дело в том, что, ну, шильдики на себя дилеров наляпать может каждый. Это несложно. В Америке дилеры каждые 15 километров. А вот кто качественно продает, это вопрос. Особенно в России. Чтобы были запчасти и наличие машин. А чтобы были еще такие машины, как, которых мы сегодня покатаемся, ну и сегодня, и завтра, и послезавтра, это не у каждого дано. К примеру, Церата или Серата, не знаю, ну, да, назовем так, Серата. Купе. Только у Уралавто есть. А вот такая машина есть, еще только Уралавто, Kia Mahava. И я тут вам скажу, что, ребят, если вы хотите выглядеть круто, то вспомним 98-й, 96-й год. Так круто выглядели люди, которые ездили на S600 и G500, AMG и Brabus. А кукурузеры – это не круто, это глупо, потому что у всех одна и та же модель. Извините, Toyota далековато до Mercedes. Вот, поэтому ажиотажно брать. А зачем? Если надо брать настоящий джип. Настоящий джип на отдельной раме. Вот, настоящий джип. Настоящий джип. Должен иметь три полноценные ряда сидений. Полноценные, чтобы сзади мог человек отдохнуть. А в Махаве на заднем ряду можно спокойно отдохнуть. Я специально продемонстрирую вам все особенности трансформации салона Махавы. Дело в том, что машина мне очень сильно понравилась. И это, естественно, американский автомобиль. Ну, настоящие размеры. 18 диски, люк. Вся вентиляция на всех рядах сидений. Место в вагоне, маленькая тележка. А вот, пожалуйста, если хотите, опять же, складывайте сиденья. И получится у вас... Это универсал. Ну, кубометра так два спокойно сюда заходит. Вот, при этом втроем вы едете, еще много чего везете. Потому что одно сиденье полностью не складывается. Ну, по крайней мере, у меня не получилось. А все остальное — это ровный пол. И поспать можно спокойно. Вот, естественно, теперь давайте про комплектацию и про цену этого автомобиля говорим. Мы в полной комплектации Kia Mahava. Стоит 1 миллион 920 тысяч рублей. Если все перечислить, то, что здесь есть, и воткнуть это в тот самый кукурузер, за которым вы почему-то в очереди стоите, то это будет 3,5 ляма этого недополучия. А если это Mercedes, это 5,6 миллионов. И это тоже не предел. Вот. Под капотом здесь стоит 3-литровый турбодизель. Вы знаете, дизеля тут такие, они нормальные. Корейцам удаются. Вот. Что умеет этот дизель? Да все, что надо, при этом он умеет очень мало жрать, что очень актуально, учитывая нынешние цены на топливо. Вот. Общая эргономика, ну, я говорю, меня вот удивить сложно, после того, как я, ну, имею определенный парк машин, после того, как я прокатался на машинах общей стоимостью свыше 5,5 миллионов долларов, если не больше. А порадовать можно. Kia Mahava меня именно порадовал, во-первых, классическим дизайном. Я тут недавно посмотрел Nissan Patrol. Да, в свое время кто-то наезжал на Sunwing Action, что, ну, ужасную машину сделали. Я, ребята, Nissan перепрыгнули. Два таких автомобиля Infiniti, QX56 и Nissan Patrol. Это что-то с чем-то. Ну, наверное, чтобы народ вообще просто пугался этого автомобиля. Вот Mahava мне понравился тем, что
Это предсказуемая и хорошая породистая внешность. Никаких дурацких углов. Все красиво, ровно подогнано, и почему нет? Вот. На водительском сиденье я держусь за баранку мульти, естественно. Подушек здесь хватает, ну, джип это вообще отдельная песня. Чтобы их убить, это надо вообще простреленным на всю бушку быть. Вот, круиз-контроль по умолчанию, вот здесь навигация, DVD. Что там еще есть? А, камера заднего вида, Bluetooth, то есть телефон не надо, можете так разговаривать. А, вот, есть самая главная штука, без которой я сейчас вообще автомобиль не мыслю, это называется убийца этих диджеев и рекламы. Это USB-порт. То есть открываем, пожалуйста, подцепили вашу любимую флешку с вашей любимой мелодией, которая не будет никогда прыгать, потому что, извините, там лазера нет, по-моему, прыгать нечему. Вот, и, естественно, слушайте нормальную музыку. Мало того, если у вас iPod есть, или ноутбук, или этот, как это, планшетник, вот, то есть подцепили, да, и слушаете, смотрите кино, не проблема, если на заднем ряду сидений, чтобы водителю не мешать. А вот, нормальные, читаемые, и абсолютно американские, то есть, ну, немножко туповатые три приборных вещи, то есть, вот, спидометр, тахометр и бензометр, в смысле, солярометр. Вот тахометр я не знаю, для чего здесь, потому что дизель, он так бы, вообще, вот, мы сейчас едем, 1000 оборотов и не больше. Вот, в итоге, что можно сказать про эту машину? Исключительно нравится. Советую всем подумать и пересаживать все-таки на тех корейцев, которые, во-первых, производятся во всем мире, являются мировыми марками и очень любимы россиянами. Такие машины продаются в Уралавто, их тут много, вы можете проехать, на тест-драйве только 9 тачек, представляете, да? Вы можете мое мнение и не слушать, у вас свое мнение сложится. А вот для тех, кто все-таки прется по джипам, я скажу, что круче Махавы, ценовой политики, цена-качество, я ничего не найти не смогу. Ну еще кое-что приятное от Уралавто, что на Белорецком шоссе 17. Так это уникальная возможность при прохождении планового технического обслуживания, причем автомобилями всех марок, вам бесплатно промоют инжектор и сделают развал схождения.